Оранжевых панд не существует, скажете вы. Я тоже так думала, пока в один из дней не получила письмо просьба от моего клиента. Ирина, сделайте мне оранжевых панд, но таких, чтобы они были похожи на апельсины. Итак, мы вместе выбрали требуемый оттенок меха, обсудили все детали, решили, что панды будут отлично смотреться не с зеленым бамбуком, а с золотым. На этот раз очень много различных техник в работе, начиная от кожаных подушечек и заканчивая вот этим сумасшедшим, сверкающим бамбуком, который я создала с помощью техники французского бисероплетения. Вот такие вот солнечные панды получились. Клиент счастлив, панды будут венцом ее коллекции медведей.